Ежедневно коммунальщики борются не только с большим количеством осадков, которые нужно убирать, но и с недобросовестными автолюбителями, которые паркуются так, что крупногабаритная спецтехника просто не может выполнить свою работу. Эту проблему на улице генерала Ивлева стараются решить, предупреждая водителей о предстоящих уборках снега. С самого утра ведутся работы с помощью, техники и людей. Также хочется отметить, что ежедневно на территории Советского района привлекается около 90 единиц техники в сутки и около 140 человек. Техника, к сожалению, иногда зачастую не может проехать на дворовую территорию, так как мешает автотранспорт на всех участках. Для этого также сотрудниками подрядных организаций пытаются проводится работа по оповещению, развешиванию объявлений на данных автомобилях. В первую очередь работы по уборке снега проводятся на улицах с большой интенсивностью движения, там, где двигается общественный транспорт. Однако и про придомовую территорию не забывают. На самом деле уборка проводится часто. Я постоянно вижу, когда техника работает, люди работают, снег чистится активно. Но вы сами понимаете прекрасно то, что неблагоприятные метеорологические условия не оставляют желать лучшего. Машины стоят на обочинах. Поэтому, вероятно, жители жалуются на то, что снег не чистится. Вывести весь снег в советском районе одномоментно невозможно, однако коммунальные службы прилагают все усилия для ликвидации последствий разгула стихии. Там хорошо, идет сейчас. А что будет потом, не знаю. Здесь трактор давно не проходил. Убранные в советском районе горы снега не бросают и не оставляют на улице. Специальная техника загружает все в самосвалы, а дальше машины отправляются на станцию снеготаяния. Работы в городе ведутся активно. Порой, чтобы разгрузиться, грузовая техника выстраивается в очередь. На сегодняшний момент уже с начала зимнего периода вывезено 120 тысяч кубов снега. Ежедневно завозится на станцию снеготаяния от 2 до 2,5. На данный момент из-за рекордного количества осадков в Нижнем Новгороде введен режим ЧС, поэтому работы по содержанию дорог, дворов и общественных пространств в нормативном состоянии продолжаются. София Иванова, Василий Низов. Время новостей.